Всем привет! Сегодня у нас вареники с творогом. И еще с вишней. Здесь йогурт питьевой. Я ни разу так не ела. Костя говорит, очень вкусно вареники с питьевым йогуртом. Сметана. Я в детстве так ел. Банан, киви. Все, да, у нас больше ничего нет. Йогурт у нас манго, что-то там персик, что ли, что-то вареники такое. Вареники взяли. Или маракуйя, персик. От Ильиной вареники с вишней. Они вот такие гигантские, их там было немного, но да. Они большие. А вот эти вот поаккуратнее, рестория вареники. Ручная работа написана. С творогом. Так что попробуем, скажем вам, как... Я вообще ни разу вареники с вишней не ела, это будет первый раз. Так, начнем с творога, наверное. С творогом и вот так вот йогуртик. С творога такие маленькие по размеру. Я в детстве так ел, это вкуснятина. Они сладкие? Да, вот не в йогурт. Нет, не так. Ну, хотя, может, и так, как тебе удобно. Я вот так делаю. Я сметанку хочу попробовать. Они такие голодные, вечно голодные. Всем приятного аппетита. Кстати, эта история с творогом очень вкусная. А все еще с бананчиком. Просили нас снять пельмешки. Или вареники. Комментарий написал, по-моему, 2 икса, там что-то звездочка. Ник такой. И мы как раз сами подумали, почему бы не снять вареники. Их, во-первых, и давно не было. Утонуло. 100 лет не было, были только с картошкой. Очень вкусно, Костя. Ты прям так ложкой йогурт пьешь. Творога мне понравились. Сейчас с вишней будем пробовать. Киви, да? Спелый, вкусный. Угу. Такой прям цветочный вкус у киви. С вишней не пробовала? Mm-mm. Написано, аккуратнее могут попадаться косточки. Блин, они большие, наверное, еще горячие внутри. XX, звездочка, снимите мукбанг с пельменями или варениками, с капустой или творогом. Вот снимаем с творогом и с вишней. Как раз я про него и говорил. Смотри, сколько вишни, Снежаны. Ого, много. Такая крупная. Хасан пишет, Ансаров. Из Кости получит отличный отец, как мужчина, с него можно брать пример. Я вам там скринил. Привет, просили передать Турана. А, ты нет комментарий скринил? Нет. Спасибо, что пишете приятности. Турана пишет, а мне привет не передали. Большой тебе привет. Как тебе с вишней? Блин, с творогом бы вкуснее, если честно. Смотри, какие они огромные. Ну-ну-ну. Снежана. Ешь аккуратно, она он хапает. Она горячая такая. Тебе не понравилось, да? Вишня кисленькая. Ну, в принципе, наверное, как и должна быть. Все падает из нее. Ты напополам подели. Да поздно уже. Неудобно, большие слишком размеры. Напополам надо поделить и кушать. Я так делал. Нет, с творогом вкуснее, это однозначно. Эти вареники, наверное, на любителя все-таки. Мне с вишней понравились. Ну-ка попробуем еще йогуртом залить. Они очень сладкие. И вишня сладкая. Без всего они кисленькие. Смотрите, какой он. Красный. Ну, я с вишней пробую первый раз, мне понравилось. Я вообще вареники сейчас не очень люблю с картошкой. Снежана их обожает. Да, я раньше очень сильно любила. Мадина Лалаева пишет. Привет, видео, как всегда, супер. Вопрос, Снежана, где ты работаешь? Просто ты говоришь не дома и на себя. Будет приятно, если ответишь. Мы работаем с Леоной вместе. У нее в квартире. В Инстаграме, если кто подписан, многие знают. Еще некоторые ссылки просят в Инстаграме. Я думаю, если вам лень нажать в описании, у нас под каждым видео есть в описании наши ссылки в Инстаграме. Да.
Под каждым. Но с творогом однозначно вкуснее и красивее они как-то. Есть их удобнее. Все-таки. Мне понравились вишни. Ну, по цене давай скажем. Как за мясные пельмени. Они примерно одинаково стоят. Но с творогом поаккуратнее выглядит. Они по 200 рублей, что ли, примерно стоят там. 180 что-то такое. Но мы, по крайней мере, купили. Может, где-то в магазинах там они дешевле есть. Может, наоборот, дороже. Хочу попробовать сметанкой. Так побольше. Мне нравится. Ты какой ешь? С вишней. Не, вот творог и йогурт, это вообще так вкуснятина. Сладко. Мне понравились с вишней. Я раньше вообще не понимала, когда люди говорили, что это вкусно. Мы в Москве когда были, заходили в вареничную. И там вот тоже в меню были вареники разные. Но мы брали с картошкой и с луковой зажаркой. Помнишь? Такие, по-моему, вареньки, да, были средненькие там. Есть очень вкусно с вишней. Да. Ну, ешь тогда. Попробую еще раз. Для меня самый вкусный творог и йогурт. Тесто вот у этих вареников очень вкусное. Я люблю, когда они вот так вот вручную, как это. Я так не умею лепить пельмешки. После вишни творог пробую. Сейчас попробуем еще раз. Не, вот вишневые с йогуртом. Ой, с добавлением йогурта они нормальные, кстати. С вишней мне больше нравится. Наше мнение разделилось. Андрей. Так, Софья пишет, Снежана, можно узнать ваш вес до беременности, сколько сейчас? Я тоже в положении, мне очень интересно, мне 35-я неделя. Сколько я до беременности была? Прям если совсем хороший, когда мой вес был, я весила 53 килограмма. Вот это вот мой вес, в котором мне комфортно. Тогда, когда я уже была беременная, мне кажется, уже чуть побольше я уже была больше намного. Намного, на сколько это? 55, 56? Наверное, 55, да. Какие большие они, да? Эти вареники. Ой, я хочу с вишней. Снежана выкидывает вареники с творогом. У нас здесь стол. Йогурт только жидковат, да? Угу. Можно было взять такой более густой. Как обычно, йогурт в стаканчике. Ну, я просто раньше как делал? Вот так вот я не ел. Я, получается, вот такую глубокую тарелку выливал йогурт, кидал туда вареников и ложкой ел. Вот это вот вкуснятина. Попробуйте, кстати, так. Йогурт персиковый, да? Угу. Вообще, я думаю, что я рожу. На 100% планирую кормить грудью. И я буду соблюдать правильное питание. А, кстати, писали такой коммент. И восстановлюсь. Как же видео сейчас скажут наши подписчики. Будем с Костей разную еду есть. Попалась. Прикиньте, прям со скорлупой какой-то жесткой. В смысле, скорлупой? Ну, жесткое что-то еще, не косточка, а еще что-то.
как будто от кого-то еще. Может, осколочек просто. Так что аккуратнее, кто покупает эту марку. Ну, там вот же машина, наверное, чистит их. Ну, понятное же дело. Можно зуб сломать. Очень вкусное сочетание вообще вот именно этих фруктов. Обалденно. Я объелась. Смотри, туда можно налить. Мы с Костей как-то вечером делали фруктовый салат. С йогуртом. Со сметаной мне вообще как-то не очень зашло. Мне кажется, со сметаной для пельмешки есть. Не так, да, вкусно? Угу. Или сметану надо сластить. Сладкой сметаной тоже будет вкусно. Смотри, я съела весь банан, ты наоборот весь киви банан оставляешь. Ну, я киви больше люблю, мне кажется, чем банан. Да? Ну, по вкусу киви же вкусней. Да, я банан люблю, киви. Может, есть. Для меня киви вкуснее. Хотя бананы мы едим чаще. Угу. Хочешь, чтобы он погуще был? Так, держи, это будет твой... А, он без всего, он слипся. В кастрюле валялись. Вот же они. С творогом. Вот сюда. Я все. Мы объелись. Быстро так. Уже что-то осталось-то чуть-чуть. Я фрукты доем. А вареньки точно больше не буду. Что я скажу уже сейчас? С вишней я бы купила еще раз. Ты нет. С творогом? Вот так. Вкусно и с творогом. Не слушайте Снежаня. Да нет, что на любителя это все. Здесь два вареника склеились. Хотя мы готовили в разных кастрюльках. Пока лежали они здесь горяченькие. Прикольно. Что ты там хочешь найти? Так, читаю упаковку. Прикольные вареники. Можно и дома ведь их налепить. Сколько времени займет? У нас вишни много в морозилке. Вкусно? Очень. Мне прям очень зашло сегодня. И первый раз попробовала вареники с вишней и понравилось. Знаете, зачем мне понравилось? Тесто очень вкусное. От теста все равно много зависит. Да и дай банан у меня. Не-а. И вишня очень крупная. Заметил? Ну, сам вареники-то вот. Да, и вишня крупная очень. Кажется, мы все быстро так съели. Пишите, какие ваши любимые. Костя, за творог, я за вишню. Ну, никак не за картошку. Хотя многие, знаю, любят с картошкой, там, с грибами, еще там с чем-то. Ну, последний раз, когда мы брали с картошкой, мне тоже что-то не очень было. Ну, домашние, конечно, все равно не сравнятся, как с картошкой домашние, с лучком. Намного вкуснее, чем кто магазине. Не пробовал сладкие вареньки, попробуйте. С йогуртом именно. Очень вкусно, с йогуртом очень вкусно. Думаю, всем зайдет. Сластеным. Мы те еще сластены. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте написать свои комментарии, поставить лайки. Нам будет очень приятно. Всем пока. До новых встреч.